Плюсы и минусы отдыха в отеле Prima Life Makati. Ну, так, начнем. Заходим в холл. Холл просторный, диванчики, подушки. Ну, в достаточном количестве. Нормально посетить. Wi-Fi слабенький. Ну, для того, чтобы пообщаться где-то в Вайбере, даже позвонить можно по Вайберу. Временами, ну, нормальная связь. Итак, такси. Такси здесь дорогое. У нас знакомые здесь, получается, ну, недалеко здесь магазинчик. Им сказали $30. Я им посоветовал на Uber зарегистрироваться. Они зарегистрировались. Там вышла поездка $7, но они дали 10. И этот таксист был очень доволен. Он прям радовался, как будто ему, как младенцу, конфеты дали. Так, на ресепшене, ну, русский язык практически не знают. Заселили нас быстро, но мы приехали вечером. Уже стемнело, часов 8. В холле даже вот зелень есть, поливают. Также есть бар. Он работает с 7 утра до 12 ночи. С 12 ночи до 7 утра перерыв. Так, здесь вот а-ля-карт, ну, я вам так скажу, в а-ля-карт интерьер лучше, чем кормят, ну, честно. Ну, мы пошли в а-ля-карты только ради того, чтобы посмотреть, как там, не ради еды. Ну, если честно, не очень, очень не очень, скажем так. Так, есть туалеты вот здесь в холле. Я сразу скажу, что туалеты просторные, всегда мыло, всегда бумага, всегда салфетки есть, так что очень, ну, убирают всегда, никогда не было грязно. Также в женском есть столик для пеленания младенцев. Здесь вот бар ночной, до часа или до двух работает. Есть магазинчики здесь в холле, но они дорогие, очень дорогие. Тут, ну, раза в два, чем в обычном магазине можно купить. Так, ну, здесь столик для записи на а-ля-карт, я уже показывал. И вот стенд с правой стороны, информация о вылетах. Здесь разные туроператоры, Annex, TUI, Coral и так далее. Хочу сказать за кофе. Кофе делают один из вкусных, это на лобби. То, что делают на пляже, в баре, в ресторане Primavera. Там кофе, ну, чуть-чуть что-то не дотягивает. Вроде машина, кофемашина такая же, но не очень. Кстати, вот есть алкогольные напитки. Есть платные, есть бесплатные. Бесплатные – это все местный алкоголь, ну, плюс там фанта, спрайт и так далее. А платные – это зарубежный импорт. То есть даже русская водка, украинская водка, там белорусская водка, это все платно. Ну, далее по ресторану. Ну, в ресторане изобилия прям нету много чего, но выбор есть. Есть из чего выбрать. Кормят вкусно. Скажу сразу, что много людей, ну, позавтракали и уходят на обед. Обедают уже на пляже. Здесь для детей, на знакомые говорят, что практически ничего нету. То сосиски острые, то котлеты пережаренные. Ну, короче, не очень. Ну, в ресторане, говорил, уже изобилия много. Есть йогурты. Ну, вот йогурты мы сегодня попробовали. Ну, честно, сметана с клубникой. Вот мы взяли. Не очень. Насчет хлебобулочных изделий. То есть, ну, режь сам, как говорится, а брать руками. То есть, но везде зато поставили щиты, вот такие вот пластиковые, и они насыпают тебе сколько хочешь, чего хочешь. То есть, сам ты не берешь в руки. Ну, плюсы то, что, наверное, весь персонал в масках, сервировка вся заупакованная. Сладкого много, ну, очередя практически не собираются,
всегда убирают быстро, как бы все нормально. Всегда выпечка свежая есть. Здесь, правда, воришки есть. Воробьи с воронами. Вот второй а-ля карт. Восточный. Воришки. Воробьи едят хлебушек, а вороны едят мясо или косточки. Вот в этой аптеке немного дешевле, но все равно дорого. Так, ну территория. Территория небольшая, но зеленая достаточно. Здесь вот бассейн большой вот для детей. Бассейн маленький. Ну, практически никто не купается, я вам так скажу. Есть бар возле бассейна. Ну, было два бара. Один в бассейне, один вот на территории бассейна. Здесь закусок, точнее перекусов нету. Вот работала там вот раньше, скажем так, перекусочная, что-то готовили. А сейчас, так как заполненность маленькая отеля, ну, скорее всего, меньше половины, то работает только бар и все. Ну, вот горки водные вроде работают. Видел один раз, ну, что-то потом уже не было. Никто не приходил сюда, никого не было, и они не работали. Ну, по определенному времени вроде. Так люди не сильно сюда идут. Люди все на море в основном. Так, ну, что дальше? Корпуса. Ну, корпуса здесь 8 корпусов, но по сути тут 2 корпуса. Вот видите, вот так идут они в линию, как я уже говорил в первом видео. Здесь вот первый, второй, третий корпус, четвертый, пятый и шестой. Вот мы в шестом живем возле моря. Стараются всех селить ближе к морю. Ну, с одной стороны, это плюс, другой минус. Мы вот вышли, допустим, в плавках, купальниках, полотенце взяли, даже шлепки не берем. И прошлись. И уже возле моря, там чуть-чуть. Бассейн, территорию убирают. Ну, правда, поливают. Ну, правда, есть засохшие деревья, ветки, кусты. Ну, стараются, по крайней мере. Бассейна вытягивают даже листики там какие-то. Ну, стараются по утрам, по вечерам убирают. Анимация. Ну, вот здесь по вечерам анимация. Ну, не приглашают никого. Ну, какие-то там представления. Экономят, но стараются, скажем так, местными силами. Аниматоры. Ну, дешевые какие-то конкурсы, дешевые. Ну, вообще, какой-то, ну, не очень, скажем так. Анимация не очень. Ну, так стараются, конечно. Музыку включают. Так, ну, здесь спа-центр. Вот, кстати, заход для детей более мелкий. И вот видим много зелени. Да, зелень вроде есть. Ну, деревьев мало. Ну, тенек можно найти. Вот зеленая зона, так сказать. Также могу сказать к плюсам то, что в середине корпуса расположена тоже зелень. Вот такая зелень. Да, еще хотел сказать, есть спа-центр, есть фитнес-центр, тренажерный зал. Ну, я видел только одного человека, который там в тренажерке был, а так нету. К минусам хочу сказать, что не работает детская площадка, детский городок. Хотя в других отелях работает и довольно хорошо. Ну, может, это связано с тем, что здесь мало людей. Вот он, детский городок. Причем неплохой. По персоналу могу сказать, что хорошо, ну, общаются, то есть не грубят, ничего. И вот, ну, что-то делают, там могут помочь, там, принести тарелки там на стол, там, или что-то, или напитки, там, соки, кофе, там, поднести. И нету такого ощущения, что ты, ну, что они хотят это сделать за деньги. То есть, ну, если захочешь, им там доллар дашь, да,
А так, чтобы, как говорится, вот они принесли тебе и как будто ждут, там, что ты им дашь там деньги. Нет такого ощущения. Ну вот наш корпус. Но у нас окна с другой стороны. И вот минус, хотел сказать сразу, то, что с правой стороны, если у вас корпус и выходят окна на другую сторону, там на стену, как показывал в обзоре номера, играет по вечерам музыка. И причем очень не слабо играет. Получается, живая музыка где-то начинает, ну, с 10, с пол 11 и до 12, до часу играет, бахает не слабо, и уснуть нельзя. Или очень трудно. Ну, номера убирают. Ну, вот, и оставляли деньги, и не оставляли. Убирают одинаково. Ну, хорошо, ничего не скажу. Хотя у нас знакомые, мы познакомились с людьми, они вот в этом корпусе живут, говорят, заселились, и тараканы были, и дырявые полотенца, не понравилось им сразу. Ну, вроде поменяли, как бы ничего. Ну, претензий вроде больше нету. Ну, а так номера практически одинаковые. Все работает, кондиционер, холодильник, душ. Минус, конечно, то, что когда сливается вода в соседнем номере, ну, ты это слышишь. Слышимость очень хорошая. Также поздравили с днем рождения. Приятно, подарили торт. И знакомым нашим тоже. У одной девушке 25 лет было тоже. Подарили ей торт. Но мы были в а-ля-карт, когда мне его подарили. Зажгли свечку и включили музыку. Ну и пританцовывая спели Happy Birthday. А вот им, ну я не знаю, пританцовывали или нет, включали музыку. Они сидели на террасе в ресторане. И у них было шампанское. Они попросили стеклянные бокалы. А здесь в основном пластиковые стаканчики, только пластиковые более, скажем так, пластик, ну, который не гнется, пластик, стаканы, не стаканчики, а стаканы, они только в барах, которые вот на пляже, либо на бассейне. И им стеклянные или пластиковые не, ну, не дали, они просили, в а-ля-карт есть такие. Ну, им не дали, ну, они пошли уже, как говорится, расстроились, ну и пошли, взяли эти пластиковые стаканы на баре, что на бассейне. Ну, тоже им тортик подарили. По вкусу, ну, хороший торт. Ничего не скажу. Вкусный. Мини-бара нет в номере. Только две 1,5-литровые бутылки воды. Есть чай, кофе в номере, чайник, но он не нужен. Все в барах есть. Нас так и не поздравили с юбилеем свадьбы. Хотя наш менеджер писал неоднократно отелю, и ответили, что учтут и поздравят нас. Мы говорили двум гидам своим. Они тоже говорили, что сообщат отелю, чтобы учли и поздравили. Лично я подходил вчера, говорил, будет ли какое-то поздравление. Сказали, да, учтем, и с утра поздравим вас на завтрак. Сказали, то ли торт, то ли, ну, непонятно, что-то на арабском сказал. Ну, вот уже вечер, и уже, ну, честно, даже не ждем это поздравление. Ну, а так, в целом, негативное мнение сложилось об этом вопросе, об этом пункте. Каждое утро поливают весь отель. Ну, теперь по пляжу. Пляж, ну, довольно, ну, небольшой, но зонтиков, шезлонгов много. Вот здесь вот один бар возле пляжа. Ну, как всегда, все бесплатно, кроме импорта. И здесь вот хорошо сделали, что можно в обеднее время, с часа до 4, ну, покушать, как полноценный обед. То есть есть рис, овощи, мясо, как бы сосиски, картошка фри, пиццу можно поесть. Кстати, пицца очень вкусная. И есть, готовят как шаурма, только бывает в хот-дог ложат, бывает просто на тарелку ложат.
Так, ну вот такая вот детская площадка, детские типа горки для детей на пляже. Шезлонги. Шезлонг сломался, не был целый. Так. Нету вот этих вот щитов от ветра. Ну здесь они не нужны. Здесь практически никогда нету ветра. Здесь со всех сторон либо стены, либо кусты. Видите, нету, ну, нету надобности в этих заслонках. Также есть второй бар с левой стороны. Также есть, сейчас к бару подойду, скажу, здесь есть, ну, можно ноги помыть от песка, либо самому полностью искупаться от соляной морской воды. Вот можно искупаться от морской воды, того центр. Но полотенца для пляжа уже в номерах упакованы. Как видим, убирают пляж в основном утром и вечером. Вот так. И граблями, и поливают его. Есть вот переодеться можно на пляже. Туалет, кстати, чистый. Здесь вот можно спортивные виды развлечения заказать. Батут, банан, катание, дайвинг. Так что не соскучишься. И вот оно, кафе еще одно. Точнее, не кафе, а бар на самом пляже. Тоже принадлежит Prima Life. Вот такой вот закуточек. Анимация здесь. Ну, стараются. И какие-то зарядки, аэробики, какие-то музыку включают. Ну, с утра. Ну как с утра, часов 10 там спокойную, а уже часа в 3 такую веселенькую, чтобы уже не засыпали люди, потому что все, но море, на море устаешь. Так, ну по пляжу, ну песочек хороший, приятный. И заход приятный. Здесь вот напротив Prima Life заход песчаный. Ну есть местами где-то камни. Но здесь один из самых лучших захода в море, в бухте. И здесь чем хорошо, тем что здесь можно пройти по пояс, и уже по пояс ты можешь увидеть и кораллы, и рыбы. То есть для детей, для тех, кто не хочет плавать или не может плавать, не умеет там, можно увидеть подводный мир, не плывя куда-то на глубину либо далеко. Это вот можно увидеть, ну, здесь посередине, если заходить, где-то по шее у вас будет. А вот если с правой стороны Prima Life, вдоль вот этих вот канатов, вот натянутых, там есть кораллы. И сразу там рыбки, даже их, ну, не так уж и много, ну, скажем так, несколько десятков. Ну, разные, интересно. Так что это один из лучших пляжей. Но вода холодная. Холоднее, чем в некоторых других отелях. Подытожим. Ну, отель хороший. И, ну, пока цена не начала расти существенно, по цене нормальный. Бары хорошие. Ресторан хороший. А-ля-карт минусы, конечно. Ну, персонал плюс. Wi-Fi, ну, плюс, плюс-минус, скажем так. Пляж хороший, плюс. Море хорошее, заход хороший, подводный мир хороший. Анимация, как и везде, минус. Номер плюс. Ну, тут уже смотря кому как повезет. На нашим знакомым минус у них, потому что некоторые недочеты были, ну а у нас все хорошо было в номере. Территория, ну, плюс, хоть и маленькая, ну хорошая территория. Кажется, что много зелени. Бассейны есть. Все
нормально в этом плане. Также поздравили с днем рождения, тоже плюс. Не поздравили с годовщиной свадьбы, минус, конечно. Хотя напоминали, обещали с утра, последний день нашего пребывания, торт, но не подарили. В целом отель хороший, ну я думаю 5 из 5, ну есть недочеты, но в целом можно поставить 5. Так что приезжайте, отдыхайте, оставляйте свои комментарии, может быть у вас что-то будет лучше, что-то хуже. Делитесь, как говорится, в комментариях. Всем спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь. Будут другие обзоры на другие отели. Всем пока.